Административно-пассажирская инспекция Московской области ежедневно проводит проверки наземного общественного транспорта. Выявляют безбилетных пассажиров, а у водителей автобусов, маршруток и троллейбусов проверяют соблюдение правил перевозки, выдачу проездных билетов, предоставление возможности безналичной оплаты, а также осуществление бесплатного проезда льготных категорий граждан. Ваш билетик? У меня социальная карта. Предъявите, пожалуйста, социальную карту. На каком основании? У нас сейчас 7 марта на территории Московской области изменения внесены в устав автомобильного транспорта, по которому вы обязаны предоставить документ, подтверждающий льготный проезд. Спасибо. В ходе очередного мероприятия сотрудники учреждения также информировали население об изменениях в уставе наземного транспорта. По этим изменениям внесен запрет на высадку детей до 16 лет, если нет с ними сопровождающих. Лица, которые не оплатили проезд, не оплатили проезд детей своих в ручной клади, они обязаны выйти на следующие остановки, покинуть автобус. Одинаковым для всех остается штраф за нарушение масочного режима. Проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет стоить 5000 рублей. Сформированы группы. В группах 2-3 инспектора. У нас несколько групп, так как у нас много районов, мы проверяем. Маршруты как межрегиональные, так и муниципальные. В этот раз обошлось без санкций. Инспекторы проверили несколько городских автобусов и троллейбусов и не нашли нарушений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.